жене Недорого. Чесночок почем? А? Коробчику. Не став долги наши, як уже мы оставляем должникам. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Як уже есть Твое царствие, сила и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Там иди, дурак. Мальчик. Мальчик. Мальчик, на, тебе копеечки. Пойди отнеси. Вот тому нищему. Мальчик, да мальчик, не ей, а тому. Да, тому. Давай. Дай тебе, Боже, здоровье.
Куда ты полезла? Ты что, ты же упадешь? Куда ты? Иди ко мне. Ты что? Ты же свалишься. Иди. Мама! Обещал помочь. Ты зачем одела это платье? Нарочно, да? Чтобы меня позлить, да? Это ты так мне помогаешь, да? Ну, ты опять вся в варенье. Ну, как дитя малое, господи. Нос. Ну, все. Yeah.
Не глотай сливы с косточками. Если вы из ЖЭКа, предупреждаю, готовьтесь к скандалу. Здравствуйте. Из органов? Это какая-то ошибка. Но... Это какая-то ошибка. Вот. Мама, к тебе из органов. Да, это по поводу заявления вашего внука, вернее, внука гражданки Коньковой, в связи с реабилитацией сына отца гражданки Коньковой. Да-да. Володя писал. Ну? Да. Володя писал. Да. Извините. Мама! Мама, это по поводу Васи! Вот, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Хотите туда? Хотите сюда? Я сейчас. Я сейчас все это уберу. Вы вот видите, сколько у нас мух. Здесь у нас бойня рядом. Вот. Ой, что это? Это сувенирчик, чтобы у вас в буфете всегда хорошо пахло. А. Валентина Михайловича знаете? Какого Валентина Михайловича? Какого Валентина Михайловича? Ну, вы не знаете Валентина Михайловича? Ну, Валентин Михайлович, ваш кандидат. Кандидат ваш, ну? Да, я что-то вроде бы пахнет хорошо. Так я присяду. Да, пожалуйста. Угу. Сейчас, одну минуточку. Я только маму позову. Угу. Пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста. Видишь, сколько у нас мух? Тут рядом бойня. Вы, гражданка Конькова, Клавдия Петровна, ешь меня... сливы. Так, еще. Не стесняйся. Thank you.
уже тут. А я ее ищу там. Значит так, согласно обязательствам, которые взял на себя Валентин Михайлович в своей предвыборной кампании, вот... Это наш кандидат, да? Согласно обязательствам, которые взял на себя Валентин Михайлович в своей предвыборной кампании... Согласно обязательствам, которые взял на себя Валентин Михайлович в своей предвыборной кампании, конфискованное имущество всех реабилитированных граждан подлежит возврату. Это наш кандидат, Валентин если Михайлович. Если оно не будет найдено, конфискованное имущество, то им же или их родственникам полагается денежная компенсация в размере соответствующем оценочной стоимости имущества. Вы, как родственница... Родственница реабилитированного Конькова, вы имеете право на денежную компенсацию. Да, она мать. Я тоже сестра. Да, сестра. Да. Имеете право на денежную компенсацию. Дай сюда. Так что вы подумайте, вспомните и... Тихонечко. Да. В случае чего Валентин Михайлович вам поможет. Конечно. Конечно. Я, например, помню всю их мебель. Они жили в трех комнатах. И я могу нарисовать их план. Не нужно. Нас интересуют предметы обстановки, вещи. О, хорошо, хорошо. Значит, в первой комнате был кабинет Васи. Там, значит, стоял такой письменный стол. Потом вот здесь вот диван, вот здесь вот, как его, кожаное кресло. И вот так вот несколько книжных шкафов. Машка, ты о чем? По-моему, три. Ты что, не слышишь, что ли? Мама, молодой человек интересуется мебелью Васи и вообще его вещами. Мама. А, Васи, да-да-да. Вдруг он дает телеграмму. Встречай. Я всю ночь глаз не сомкнула. Жена у него артистка, а у нас клопы. Мама, товарищи, это совсем не интересно. А ты... Потом вы все приехали, человек 20 мужиков с орденами. Я вам всем на полу постелила все, что было по-солдатски. Мама! Ну. Мам, ты опять? Ну. Молодой человек не мог тогда приехать вместе с Васей. Ты нарочно всех путаешь, чтобы меня злить. Простите, пожалуйста, у нее склероз. Телефон. В передней лежала шкура медведя. Верно, верно.
У них был телефон и шкура медведя. Я это прекрасно вспоминаю. Мы все компенсируем. Володечка прислал карточку. Жена у него артистка. Ребеночек есть. Простите, а имущество жены тоже надо вспоминать? Ну, а чего же нет? Вспоминайте. Ну, это тогда надо подумать. Ничего, это все пока предварительно. Да. Вы вспомните, и мы с вами обязательно встретимся. Да, 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 да. Да что же это такое? Ну, неужели у тебя глаз нет? Простите, пожалуйста. Вы знаете, я еще вспомнила. У них в комнате был ковер. Висел на стене. Угу. Просто я не помню, какого размера. Ничего, ничего, ничего. Это все предварительно. Вы вспомните, и да. Мы с вами еще раз... Нет, мы в деньгах не нуждаемся. Вот Володя, это другое дело. Он человек молодой. Извините. Ой. Это я специально, чтобы она вышла. Ну что ж. Вытащи коробку за твоей спиной под кроватью. Под кровать. Не бойся. Никто не укусит. Она сейчас тряпку на кухне ищет, а она здесь лежит. У нее самой склероз. Ну что ж, годы... Годы берут свое. Спасибо тебе. Я уже ее месяцев 5 как не видала. Сколько Машку не прошу, она ее не вытаскивает. Машка у меня всегда была такая упрямая. Вот Вася, тот добрый, и Павлик, а эта упрямая. Внучек, хочешь мармеладу? Вот мармеладу я как раз не хочу. Выкинула Машка мармелад еще года 3 назад. А может, раньше, я помню. Зато посмотри, что тут есть. Знаешь? Нет. Это я.
И я помереть боюсь. Вот Машка. А все болтает, что она помереть хочет. А я боюсь. Хорошие сережки, правда? Он когда помирал, я помню. Он три раза вздохнул, два раза глубоко, тяжело, а третий уже спокойно из себя. А я боюсь, боюсь. Мама, ты меня совсем хочешь в могилу вогнать? Простите, пожалуйста, я вас ничем не угостила. Вот водочка. Это я сама ее настояла, знаете, на орешках. Но там есть такие перепоночки. Вот на этих перепоночках... Маша! Такая вкусная, да. Ты куда дела, Васин мармелад? Внучек хочет мармелад. Ты прекрати, пожалуйста. Прекрати. Ты прекрасно знаешь, что это никакой не внук. Что ты притворяешься? Ты нарочно. Она притворяется. Она здоровее меня в 100 раз. Ты здоровее меня в 1000 раз. Так что ты скажи, признайся, что ты знаешь, что это не внук твой. Что это не внук твой, мама! Ну, знаю. Ну и что? А зачем кричать на мать? Да еще при посторонних людях. Я вот сейчас тебя запру дома без сапог. А сама пойду гулять. Простите меня, пожалуйста. Я сорвалась. Но вы пейте. Угу. Пейте. Ну, за... Вы мне оставьте свой номер телефона. Мы вам поможем. Ну, разумеется, конечно, в бытовом смысле. Да мы ни в чем не нуждаемся. Правда вкусная? Вот все так говорят, что очень вкусно. Вы наливаете и пейте. Не стесняйтесь. Пейте. Я хочу гулять. Что? Я хочу гулять. Я хочу на реку. Новая песня. Я хочу на реку. Вот сейчас ты оденешь платок и сядешь на балкон. И посидишь на балконе. Я хочу на реку. Ну, мало ли кто что хочет. Я знаешь, как много чего хочу. Ты посидишь на балконе, мамочка. Мне вот только вот с лестницы спуститься. Да, а дальше ты прям бегом побежишь. За ваше здоровье, за исполнение всех желаний. Мне внучек поможет. Поможешь, внучек? Ужас. Стыдно-то как. Так стыдно. Боже мой, на реку. Ну что тебе там на той реке? На реке все. Там весело. Там... свежий воздух. Скажи ей, внучек. Нет, я с лестницы помогу спуститься, но дальше вы меня извините, я не могу. Я спешу. Отжила жизнь.
Я здесь была в апреле. Машка выводила. Чёлки-палки, у вашей сестры там осталась моя барсетка. Сумочка такая маленькая, мужская, для деловых людей барсетки называется. Интересное, какое название. Я-то думала, что это собачка, как ливретка. Ты видел ливретку? Нет, нет. Ой, жалко. А у Машки склероз. Помню. Я тебе говорила? Помню, помню. А у вас клопы. Извините, а я сумочку вашу прихватила. Только дверь стала закрывать, гляжу. Спасибо. Что такое? Взяла, а потом курицу сдала? А как... как... Ленты, бусы, перья. Курам насмех. Замолчи ты! Тебя не спрашивают! Ты мне никто! Не дочь! Здрасте. Здрасте. Ты платок забыла накинуть. Господи, ну ты же все понимаешь. Ну, пойдем. 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 Ну что ты стала, мам? Мам! Ну что ты стала? Пойдем. Пойдем. Потихонечку, помаленьку. Здрасте, ребят. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Маша. Не сутулься. Держи спинку ровно. А мы на трамвае поедем, на тройке? А? Да, на тройке, с бубенцами. А вдали мелькают огоньки. Ага. Да-да. Бабушка, сумка! А? А-а-а. Сумочка. Спасибо, спасибо. Мама! Мама! А вот эти пирожные, вот эти вот, почем они? 2.50. 2.50? Угу. Дайте мне, пожалуйста. Сколько? Одно. Мама, тебе сладкой водички купить? Угу. Пожалуйста. Я сейчас пойду на лодочную станцию. Ты сиди здесь и никуда не уходи. Ты поняла меня? Ешь пирожное. Иди, иди. А то все лодки разберут. Ha ha ha!
Вот я не могу. Решка колбасу крупнее. Коля у нас зубастый. Да прекратите издеваться, у меня зубов нет. Извини, Колян. А ты, Вовчик, молодец. Иванович, помнишь, как это? Ну, я дослушал, помню, конечно. Не, ну, серьезно. Детка, детка, подойди ко мне. Сейчас. Как тебя зовут, деточка? Настя. Настенька. Настя, помоги мне расстегнуть. Сейчас. Пуговички на туфельках, а? Сейчас, сейчас. Пожалуйста, иди я сюда. Я тут поступила по пути. Это ничего. Иди сюда. Присядь осторожненько только. Да, сейчас. Вот, молодец. Извини. Чтобы сарафанчик не помять. Вот так. Вот так. Вот. Хорошо. Бабушка, тебе ножки болят? Да, детка. Ты один пальчик подсунь под ремешок, а вторым ты нажимай на край пуговки. О, молодец. Умница. Теперь эту. Получилось. А, молодец. Ты как Гришенька хорошая. Со мной рядом живет мальчик, Гришенька. Он зимой мне снег в ведерке приносил. Какая ты умница. Здесь мухи. Кушай пирожное. Спасибо. Уходите, мухи, отсюда. Выгони их. Спасибо. Женщина! Женщина! Что это такое? Настя! Где ты взяла эту пакость? Ты что? Нехорошая, непослушная! Непослушная девочка! Будешь еще брать? Будешь еще брать? М? Грызла собачья! Видела? Ведьма ты старая! Ты себя-то в зеркало видела? Ведьма ты старая! Ой, что случилось? Что случилось? Это старуха с вами? Это ваша знакомая? Я ее сейчас научу, как себя вести. Грызла собачья! Мама! Как можно так оскорблять людей? Простите ее, пожалуйста, да. Она больной человек. У нее склероз. Угу. Машка, ты молчи! Тебя не спрашивают, ты мне не дочь! Простите, пожалуйста. Это Надьке, американочке, дочь. Она нам с тобой дом содержала с публичными девками. Ну, что ты выдумываешь, мам? Ты еще ничего не знаешь. Ты ведь сопливая. Тут раньше-то реки-то не было. Ручей только был и кругом огороды. А купальня, она дальше стояла. Ну, это ж надо, что одна, что вторая. Ой, бабка заставила Настю ей туфли снять. Глупая бабка. Глупая бабка. Пойдем. Лодочная станция теперь в другом месте. Зачем ты туфли сняла? Пуговицу оборвала. Теперь туфли спадать будут. Thank you.
знаю, тебя люблю, люблю. С тобою быть, себя любить одну. Пришла весна в сиянии дня, любви полна, полна. Ах, поцелуй меня, я так люблю тебя. Там в тишине, наедине, приди ко мне, ко мне. Часок-другой, побудь со мной, побудь со мной, друг мой. Сирень цветет, тебе зовет, нам соловей поет. Ах, поцелуй меня, я так люблю тебя. Цыпкаленко и Илье. Цыпкаленко. Нормально? Если передумала, так и скажи. Молодежь, как зовут собаку? Не знаю. Это не наш. Наверное, потерялась. А чё плачешь? Тоже потерялась? Нет. Я паспорт дома забыла. Разберемся. Забыла? Скажи, испугалась. Чья собака? Слушай, кто хозяин? В противном случае животное поступает в распоряжение Министерства речного флота. Считаю до трех. Раз, два. Ну вот, пожалуйста.
бегом. Чемодан тяжелый или что? А старухи эти, старухи, они живучие, они живые, а так... Так, ребятки, пока, бай, бай, пока. А хочешь, пойдем в цирк? Ой. Ой. Промискуитет. Харизматический. Обструкция. Харизматический. Что коза быстрее всего съедает в газету. Ребята, виноград знаете взяли? Почему? Так, давай она с водочки. Блин. Дайте виноград. Так, ребята, я вас прошу. Только не так, как всегда. Пивом не запивай. О! А дожди не обещали? Открывашку дайте кому. Вот ваша газета. Дайте, я прижму. Большое спасибо. Раскрыта тайна цивилизации инков. Да, загадочная была нация. Спасибо. Вещи свои не забудьте. А я в Астрахани знал двух женщин. Вот. Так одну звали... Инка, а другую Майя. У них тоже было много тайн. Держи. Мужчина! Что? Вы не могли бы нас сфотографировать? Вот на эту кнопочку, пожалуйста. Mm-hmm. Ладно? Хорошо. Вон на ту кнопочку. Ты чего? Ты чего?
Что такое? Я писать хочу. Ну, мам, ну... Ну... Но, матушка... Мам, ну, может быть, что? В кустике? А? Что? Ну, ну, чего ты? А, ёлки-палки. В ресторан неудобно, могут не пустить. Все удобно, глупость. Там, может быть, платно, у меня денег нет. Ладно, найдем. Мама, а может быть, все-таки в... А, мам? Нет. Хорошо все-таки, что Машка в чулках. Без чулок в ресторан ведь не пускают. Что-что-что? Это я себе. А. Простите, пожалуйста. Мама, осторожно. Не учи мать жить. Присаживайтесь. Спасибо. Как дела? Ничего, ничего, давай, ничего. Давайте. Вы же не доели. Вот как слово близость, например. Она имеет разные оттенки. Не хочу. Близость населенных пунктов, близость интересов, интимная, простите, близость. Близость. А впрочем, ничего этого нет, и каждый сам по себе. Населенные пункты? Населенные пункты тоже. Этот стул свободен? Заяц, ну что, за нас? Хочете? Спасибо, милочка. У меня руки мокрые. Вы ели уху, признавайтесь. Ела. А вы что, подглядывали? Не мог оторвать глаз, как не старался. От ухи? Нет.
от ее прекрасного едока. Разрешите узнать, из чего уха? Из наваги, а шо? О, навага. Рыба из семейства тресковых. У нее очень нежное и нежирное мясо, особенно у северной. В частности, мезенской. Очень нежная. А бывает еще южная, тихоокеанская, чукотская, баренцевая, японское море. Но мне больше нравится северная. У нее такое нежное, нежирное мясо. Вы меня понимаете? Да. Посиди со мной, а то я что-то заскучал. Я прошу прощения за грубость, но танец еще не кончился. Уже кончился. Тогда разрешите пригласить вашу даму на следующий? Жена у тебя есть? Была. Любил? Она съела кусок мяса, я ее убил. У меня тоже была. Она затонула в пучинах Баренцева моря. Пойдем выпьем. Очень красивая женщина. А вот, кстати, астероид. Какой астероид? Ну, этот, забыл. У меня записано. Астероид, он должен был упасть на нас, а потом выяснилось, что... Привет, ну что? Пролетит мимо. А вот если не мимо... Как по 27? А по 28 он не хочет? Мы же дать. А я так руки целую. Угу. Где была? Что делала? Угу. Угу. Смеется глупая. Угу. Пролетел мимо, и никто не заметил. Угу. Постой, все. 18 по 24. Везет. Если по 27. Будет 10. Да. Его это устраивает? Ага. По 27? Я хоть сейчас 15 за углом возьму. Thank you.
Ваша сдача. Спасибо. Пожалуйста. Ты куда? Да шагу прямо нельзя сделать без нее. Куда? Я люблю Бога за то, что, во-первых... Сядь. Коленька, а ты знаешь, снился мне сад под Венечным Буре? Угу. Это мой любимый роман с Коленька. Я не Коленька. Ну и пусть. Может, споешь, Коля? У-у. Почему? А? Таня! Бабушка, вам чего? Детонька, снился мне сад. Знаешь такой романс? Женщина, не видите, человек обедает. Простите, пожалуйста. Пойдем. Извините. Давай, Люба. Мам, пошли. Злые дни какие. Ну, чем они тебе не угодили? Я просто хотела, чтобы песню спели. И пей лучше чай. Что значит за любовь, здоровье и взаимопонимание. А если все-таки он не пройдет мимо? Кто не пройдет? Астероид. Да не беспокойся ты, пройдет он, пройдет. Он под шаром. Это вы о чем? А если не пройдет, тогда как? Ну что ж, тогда... А вот так! Снился мне сад. Снился мне сад под Венечным Бором. В этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце твоем. Листьев ли шепот, или ветра порывы, нежной душою я жадно ловлю. Очи бездонны, уста молчаливы. Милая, я вас люблю. Ну, мам, мама, ну перестань. Мам, неудобно. Ну, мам, ну что с тобой? Мама, выпей чай. Мам, ну попей чай. Мам. Чем-то помочь? Может, вы? Нет, 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 она сейчас успокоится. Спасибо. Понимаешь? Да, я понимаю. Я понимаю. Мы все равно сейчас уже уходим. Мам, пойдем. Пойдем, мама. Ты портишь людям аппетит. Вот палка. Держи палку, мама. Пойдем.
Пойдем. До свидания. Спасибо. Пойдем, пойдем. Все, мам. Мама. Хозяин? Хозяин? Кузя! Здравствуйте. Здравствуйте. Не положено. Я прошу прощения. Дело в том, что у меня мама инвалид. И я хотела бы... Не положено. Ну, просто, хотите лодку, чтобы... берите и катайтесь. Грибцами мы не обеспечим, и все. Давайте, давайте. Попрошу простите, вас, попрошу а вас. Как вас зовут? Попрошу а вас, как... попрошу. Будешь, мама? Я тебе говорила. Господи, как я устала за весь этот день. Я буду жаловаться! Зачем тебе лодка? Вечно твои фантазии. Я могу погрести. Хотите? Ты что, с ума сошла? Она же ненормальная. Опоздаем. Не опоздаем. Идемте, я погребу. Ладно. Я с вами пойду. Ты тоже ненормальная. Невеста. Есть все-таки на свете другая. Нам повезло. Нам повезло. Девочки, я вам так благодарна. Я вам очень-очень... Спасибо, мама. Спасибо. Мама, аккуратнее, спасибо. Аккуратнее, мам. Спасибо, девочки. Спасибо. Боже. Красота какая красота. Да, красота. Господи. Господи, спасибо. Спасибо. Какие ой, девочки замечательные. Видишь, ой, мама, какие девочки. Ну, подожди. Да, аккуратнее, мам. Так, подожди. А секундочку, аккуратней. Ножку ну, ставь подожди сюда. Ну, девочки, как тебя зовут? Девочка, дай руку. Дай, дай ей руку, да. Ну, дай ей ручку. Да, ой. Да, мам, давай, ножку, ой, ну, поднимай. Ну, подожди. Ну, поднимай же ножку, мама. Thank you.
воздух какой. Ты простудишься? Не дыши ртом. Маша, а ты всегда недовольна, Маша. Смотри, небо какое, как в 56-м году. Поехать бы на тот берег, лечь на траву. Я уже 100 лет не была на том берегу. Ты получишь воспаление легких, и этим все кончится. Девочки, вот. Я собака. Мама, 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 не встань. Мама, посиди, пожалуйста, пустите. С девочкой. Пустите. Так, пустите. Пустите. Мама. Пустите. Ну, все. Ой. Дальше так, все. Ты у меня уйди. Вот туда не пойдешь. Все. Ай, девочки, мама, сядь. Отстань, молчать. Нет. Ты мне не дочь. Боже, убирайся отсюда. Осторожно. Убирайся. Боже, какая дура. Ну, ой. Держи. Ой. Мама, мама, аккуратней. Мама, отстань. Девочки, пожалуйста, держите. Отстань. Держите. Мама. Ну? Зельма. Она в комнате никогда не гадит. Точно. Точно. Зельму вспомнила. При чем тут Зельма? Ой. Тихонечко. Ой, я сама, детка. Ой. Вот, вот сюда, ой. Вот сюда ножку, да. Нет, сюда, ой. Сюда, да. Правильно. Это потихонечку. Осторожно. Ну вот и все.
Болваны. Возьмите, это ваше. Мама, надо обуться, потому что земля сырая. Покажите, это губы красить, да? Хотите? А хотите, возьмите мою. Возьмите. Пахнет хорошо. Девочкам это может быть неприятно. Ничего-ничего, возьмите, если вам нравится. Как я танцевал. Мама, не смеши людей. Как я танцевала, девочки. Мама, перестань. Мама, перестань! Ничего. Это просто так. Маша всегда была очень хорошая девочка. Веселая. А как она танцевала на свадьбе у Павлика. А Зинка злилась, ревновала Павлика к родной сестре. Я всегда говорила, что она глупая баба. Вот у Васи, он удачно женился, Вася. У него жена была докторша, умная. Я ее любила. Девочки, не дай вам Бог пережить своих детей. Я ж тебе говорила. Пойдем. 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 Тише, детка. Тише, Марина. Налетели гуси, Машеньку кормили, стали гули парковать. Нечего нам, деткам, да, ни горошку, трошку.
Ой.